Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас будут покупки с нашего гипермаркета омского Триумф. Мама, я хочу. Да, мы тут, как всегда, с сыночком будем снимать. Так, листья салата у нас. Что у нас дальше? Дальше у нас молоко. Молоко. Еще молоко. Так, это вот браслет мне сынок одел. Младший. Кефир. Это я буду мариновать бедро индейки. Вкусненько мариную. Потом сниму, наверное, видео на второй канал на мой «Готовим с Ольгой Нежной». Как я в кефире мариную бедро индейки. Два вот таких авокадо хаос. Вот оно вообще настолько вкусное и не сравнится вообще с другими простыми авокадо. Вот реально я вам говорю, я попробовала, и никакое другое авокадо я теперь вообще не хочу. Вот честно. Да. Очень вот это вкусное авокадо. Хаос. Хаос. Прям очень. Там нет никаких прожилок черных. Ничего, оно прям идеально мягкое, такое вкусное, классное. Два огурчика. Мандаринки. Груши конференция. Эти мои любимые груши. Я люблю конференцию. Так, тут у нас зеленушечка, лук, укроп. Люблю иногда пошелестеть. Так, тут петрушка-гигант. У меня супруг как что купит, купит. Так я потом удивляюсь. Спрашиваю, бодренькая зелень? Бодренькая. Она тут уже давно завяла, эта петрушка, конечно. Еще и так много. Так, что это... Это что-то просто с чем-то. Упакована вот она 28-го. Ой, но без слез уже на нее не взглянешь. Так, дальше помидорки на ветке. Томаты. Яйцо. Какое-то другое купил. Репчатый лук. Сыр ламбер. Яблочки. Киви. Витамин С нам зимой необходим. Поэтому киви нужно кушать. Как и квашеную капусту. Кофе. Вкусная эта арабика. Так, а это у нас что такое? Лыхны. Игристая. Красная. Полусладкая. Вот так вот. Что тут у нас написано? Угу. Вот такие вот дела. Лыхны. А, оливки. Такой фирмы ни разу не брали мы. Наверное, вкусно не знаю. Так. А, грудка индейки. Это я хочу приготовить вкусненький салатик. Потом тоже там смотрите рецептик. Интересно, так просто лежала, думала. И все ингредиенты у меня так сложились. И мне кажется, будет вкусно. Я вот хочу снять такой рецептик на второй мой канал. Не знаю, когда выйдет. Ананасы кольцами. Кольцами ананас. Опа. Баночка чупа-чупс. Очень вкусная вот эта чупа-чупс. И вот такая вот еще. Ты любишь, конечно. Кто бы не любил. Вот это мы уже пробовали вкусный. Это дыня. А это у нас получается что? Оранж. Апельсин. Так, и завершает нашу покупку. Бедро индейки. Вот его я как раз и буду мариновать в кефире. Тоже сниму. Посмотрите. Да, все. Сейчас мы чек еще посмотрим, да, с тобой. На какую сумму вышла у нас эта вся покупка. Но вот эта вода, она достойна внимания. На самом деле такая достаточно вкусненькая. Так, вот она, наша покупка. Пока-пока.
Нет, еще не пока-пока. Сейчас мы посмотрим чек. Ой, чек у нас вот он. И он у нас вышел с вами на 2967 рублей. Да, 3000 рублей. Так, ну вот тут, в принципе, балуешься. Тут, в принципе, вот все цены. Видно, 149 рублей стоит одно вот это вот авокадо. Но оно, я вам говорю, реально того стоит. Так вот, 2967 рублей наш чек вышел. Так что обязательно, кто любит авокадо, берите вот это. Обалденное. Теперь ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! Пока-пока!